Татарстан 2022 года Лихачев Никита Михайлович. Ваши аплодисменты! Аспирант Казанского федерального университета Никита Лихачев никак не ожидал, что станет обладателем этого почетного звания. В конкурсе он принимал участие не впервые. Ранее не удавалось попасть и в тройку победителей. Теперь, спустя несколько лет, на сцене культурно-развлекательного комплекса «Пирамида» награда нашла своего героя. Никита не сразу осознает, что стал победителем. День и без этого был богат на события. Мы приходили в гости к ректору нашего университета Ильнару Ринатовичу. Потом был концерт в Униксе. И потом, собственно, мы с ребятами, с гостями пошли, собственно, в «Пирамиду» на студент года Республики Татарстан, смотрели разные выступления, мы наблюдали за тем, кто в разных номинациях выиграет. Мы, например, искренне переживали за студенческий спортивный клуб КАИ, они там в некоторых других номинациях, да, стали лауреатами, призерами. Ну и в конце концов объявили, собственно, гран-при. Вот такой был день, довольно хороший, я думаю, получился. Заявку на конкурс Никита подал еще осенью. Члены жюри рассматривали как личные, так и командные достижения аспиранта. Сам конкурс проходил в три этапа. Тест на знание истории, дебаты и самопрезентация. Свою победу Никита сравнивает с победой Лионеля Месси. Аргентинцы, когда выиграли Кубок мира, безумствовали, праздновали. Там вратарь Аргентины Мартинес вообще какие-то вещи самые разные творил. Но Лионель очень спокойно, просто с улыбкой и с теплотой это воспринял, как настоящий лидер сборной Аргентины. Так, наверное, у меня получилось со спокойной душой, с такой теплотой внутри. Наверное, понял, ну, все было не зря. Загадывать планы на будущее Никита не спешит, боится сглазить. Но общее направление себе уже задал. Самосовершенствоваться и трудиться на славу родного университета. Маргарита Михайлова, Фарид Захитоглы, Универньюз.